В Грузии на военной базе в Азиане стартовали масштабные армейские учения. Участвуют в них военные 5 стран-членов НАТО, а также государств-партнеров. Среди них и Украина. Тренироваться на грузинских полигонах будут почти 3000 солдат. Задействовали также 500 единиц американской и немецкой бронетехники, которую ранее доставили морским путем. Это уже третье подобное учение и самое масштабное в истории сотрудничества Грузии и США. Открыл маневры президент Грузии, а позже их посетит вице-президент Соединенных Штатов. Мы сотрудничаем с НАТО и американскими военными уже длительное время, предоставляем поддержку миссии в Афганистане. И для нас очень важно как можно больше интегрировать наши войска. Думаю, эти учения не направлены против какой-то страны. Все это, чтобы помочь Грузии увеличить свою силу в международных операциях и помочь в процессе интеграции в НАТО.